Здравствуйте, хочу сегодня вам рассказать о мультиварке Redmond после нескольких лет использования. Вот со смешанными чувствами делаю этот обзор. Есть как плюсы, так и минусы. Вот, если вы видите, то поверхность изначально была глянцевая, вот, но она со временем стала вот такой всей поцарапанный, то есть ну, непрезентабельно, то есть некрасиво. Даже приходится убирать в коробку эту мультиварку, чтобы гости не смотрели на нее. Вот, то есть, ну, в принципе, мы ее активно используем. Например, кукурузу вот здесь сейчас жена соварила. И видите, вот эта вот уже потрескалась штучка. Вот она вся. Видите, в трещинах. Хотя мы ее не роняли ничего. А, опять же, внутренняя кастрюля, немножко горячая эта штучка, тоже дно вот какое-то поцарапанное уже. И дает какие-то изгибы, что ли, я не знаю, как это назвать. Вот. Вот эта вот панелька, она не очень чувствительная, то есть здесь не всегда сходу все это отключается. То есть, допустим, если вы хотите что-то запустить, вот я вот нажимаю, и что? И ничего не происходит. Как здесь так-то нажать? То есть, вот вообще не пойми, что здесь. То есть, какому-нибудь пенсионеру там вообще не разобраться с этой техникой. Вот эта вот панелька, она, видите, вмятина. Еще мы, знаете, что умудрились однажды поставить эту пароварку на плиту. Вот, и она снизу не металлическая, а пластмассовая, и все расплавилось. Ну, это наш, конечно, косяк. Но вообще, конечно, это все очень... Зато видно, как она внутри устроено. Да, значит, ну и есть удобная ручка для переноски. Это, конечно, плюс. Вот сзади такой лоточек. Вот там скапливается излишки пара, сейчас его нету. Вот, в комплекте была книжечка с рецептами. Вот, но я считаю, вот здесь, кстати, рекламная какая-то этикетка. Давайте ее отклеим, кому она нужна уже. Сверху была тоже рекламная этикетка. Вот написано, что здесь 17 или 28 программ. Аккуратненько давайте. Детское питание, можно стерилизация, пастеризация, подогрев бутылочек. Вот, что она делает, судя по этой этикетке. Мультиповар, суп, варка, йогурт, молочная каша, на пару, выпечка, пицца, десерты, плов, томление, жарко, хлеб, крупы, макароны, тушение. В общем, мы ее, конечно, как в общем, для варки каш, для кукурузу делаем. Модель RMC-M90. Ну, в общем, вы поняли, что она стилизована под такой мотоциклетный шлем. 45 программ. Ну, в общем... В свое время мы эту мультиварку умудрились одну модельку купить, когда еще тещи покупали, за 10 тысяч рублей. Это еще при старом курсе в 30 рублей за доллар. Потом уже купили тысяч за 5, за 6. Ну, потом цены еще упали. Вот, и, видимо, и доля уже падает этого Редмонда на рынке. Это не штатная штучка, это я купил такой ферритовый фильтр для того, чтобы уменьшить излучение. В принципе, она потребляет достаточно много электроэнергии. Есть электромагнитное излучение. Чтобы его уменьшить, я поставил такой ферритовый фильтр. Вот. Вот, качество нормально, готовит долго, естественно, все, так как это варится. Но я считаю, что вот именно варка, она полезнее жарки, так как при жарке образуются гликированные белки, вот, которые очень вредны для здоровья. А вся вареная пища, она исключительно полезная для здоровья. Ну, по сравнению с той же жареной, да, или сырой. Вот, так что пользуйтесь мультиварками. Вот, аккуратно
выбирайте модель, чтобы они вот служили как вам как можно дольше. Вот, в принципе, сменные чаши продаются, но, конечно, то, что вот мы так неаккуратно с ней обращались, вот, конечно, привело к такому немножечко непрезентабельному внешнему виду. Вот эту крышку верхнюю, я даже не знаю, куда мы ее положили. Тут еще есть сверху такая крышечка симпатичная. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях к данному видео. Если ставите какой-нибудь там дизлайк, то напишите, что вам там не понравилось, что вы ожидали, что я вам буду рассказывать, как я в ней готовлю кашу. Конечно же, нет, я чисто так с мужской точки зрения рассказал вам. Спасибо большое за внимание. До новых встреч на моем канале.